хочу рассказать и показать вам сегодня, как я делаю конвертики, упаковку для украшений. Обычно получаю очень хорошие отклики. Каждый третий, если не второй, пишет, что милая упаковочка. Я отправляю в конвертиках. Конвертики делаю или шкафовые бумаги. Вот. Ну, покупаю или прям уже вот готовые квадратненькие листочки. Ну, то есть разрез пополам блокнотик вот получает. Или из белой бумаги обычной, пищебумажной. Тогда надо сначала сделать квадратик, а потом из него делать конвертик. Ну, покажу вот на готовых крафтовых листочках уже. Берем листочек, складываем его пополам. Потом отгибаем один угол. И, например, на одинаковом расстоянии от края загибаем два других уголочка от краев одинаково, чтобы высота конвертика с двух сторон была одинаковая. Так. Потом берем вот этот вот уголок длинненький, который сверху оказался, загибаем его тоже. И потом его вертикально делаем и приплюскиваем сверху. Получается вот такой вот уголочек, куда мы будем вставлять крышечку конвертика, клапан. Вот. Если неровно получилось, тут можно подрезать, ничего страшного будет. Вот получается такой конвертик, у него один кармашек хороший, глубокий, куда можно класть, и второй фальшивый с дырочкой. Вот. И потом я эти конвертики украшаю. У меня много штампиков линогравюрных, которых я себе навырезала. Ну, разные есть растительные, вот, много растительных. Я делаю как цветную линогравюру, так и беленькую. Вот. И получаются вот такие конвертики в результате. Это вот беленькая, беленький отпечаток. И много всяких цветных. Разнообразные варианты. Можно один листик. Я обычно делаю спереди и сзади, чтобы интересно было. Много разных носков. И вот, вот, с одной стороны зелененький, с другой красненький. И еще я пишу покупателям какие-то добрые пожелания и слова благодарности. Для этого я из обрезков, вот когда я делаю квадратики из белых листов, отрезаю полосу, остается много маленьких кусочков бумаги. Вот из них я тоже делаю такие. Ну, и открыточки, не открыточки, листочки, которые вкладываю. То есть я обычно с двух сторон что-то печатаю, ну, вот пока с одной. И пишу с одной стороны спасибо за покупку, называя по имени покупателя, и с другой какое-то доброе пожелание. Могу написать, вот. Вот такая вот простая упаковка. Чем хороша, что она очень-очень легкая, она ничего не весит, очень дешевая. И выигрыши и я, и покупатели, потому что пересылка обходится дешевле. Вот. Все довольны. Все.